Уже 3 года, как у нас проводится акция «Автотянин день», это является и православным праздником, и Днем студента. Это очень хороший, очень добрый праздник. И у нас такое решение реализовывается. Все государственные учреждения культуры и спорта по предъявлению студенческого билета бесплатно готовы принять студентов нашего Тверского региона. Если будут гости из других регионов, то тоже мы будем рады, так сказать, посещению наших культурных и спортивных объектов. Я уверен, что еще и частные учреждения или организации спорта и образования тоже присоединятся к нашей акции и тоже студентам сделают праздник.